Год потерь и страха, заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темнорусый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Най!» — твердил он важно, — «расстрелять!» «Нет!» — она просила, — «пожалейте! Отмените казнь моих детей! А взамен меня, меня убейте! Но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем, сына! Кто тебе милее? Выбирай!» Как смертельно этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь. Если первенца спасет от смерти, то последний обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила: «О, не пожелаешь и врагу!» Мук таких сынок перекрестила и призналась принцу: «Не могу». Тут учтиво немец молвил: «Битая!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстрелять!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать рожала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет: «Уж не жить сыночкам, не цвести! Дура матка!» — поучает немец. «Одного могла бы хоть спасти!» Ну а так, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.